3 января в Зеленограде в СК «Радуга» состоялся первый в 2022 году открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов возраст 55 лет и старше. В нем приняли участие 38 спортсменов из Зеленограда, Солнечногорска, еще некоторых городов Московской области и Москвы. Сейчас мы наблюдаем принципиальный матч между Дмитрием Давыденко, он ближе к нам, и Александром Скребневым, оба москвичи. Кто выиграет, тот первое место займет, наверное. Только что мы слышали прогноз от одного из болельщиков. Кто выиграет этот матч, тот и станет победителем турнира. Проверим, оправдается ли он. Блестящий удар. Заслуженные аплодисменты. Хорошая подача у Александра. Дмитрий не справляется. Удар шипами очень неприятный у Давыденко. Для приема неприятный имеется в виду. Скребнев выиграл. Ну еще и не финал. Саша, с каким счетом вы выиграли? 3-1. И в последней партии какой счет был? 11-7, да? Угу, спасибо. Напряженный был матч, да, Дмитрий? Три сета на балансе. На балансе, да? Три сета было на балансе. В третьем сете я 9-7 вел. 4-0 вел. Потом сравняли. А потом 9-6 я вел. Несколько ударов было просто великолепных. Плоские такие мячи, да, шипами. Вот, Александр, немножко проблемы были у него с этим, да? Но в то же время вот этот великолепный удар слева, он, конечно, многое очень решил. Коронный удар. Саша Коронка, да. Слева, что там говорить. Так что поздравляем Александра. Его хлеб. А сейчас у теннисного стола Константин Плотников. Он в черной футболке. И снова Александр Скребнев. Это уже матч за первое-второе места. Константин шиповик. У него на бэкхенде шипы Нептун, на губке 0-6. И как бы тычковая техника игры шипами. Посмотрим, справится ли с этим Александр.
Ну что ж, Александр не справился. У него в итоге второе место, у Константина Плотникова первое, а третье место за Дмитрием Давыденко. Вот он на фотографии. Среди женщин первое место Копылова Вера, второе место Требушкова Маргарита, третье место Новикова Виктория. Все они были на фотографиях. Но это еще не все. Сразу же после тиранского турнира в этом же зале стартовал еще один турнир. Открытый чемпионат города Зеленограда среди участников с возрастом от 18 лет и старше. В нем приняли участие 37 спортсменов из Зеленограда, Солнечногорска и некоторых других городов Московской области и Москвы. Это у нас готовится к турниру Денис Лебедев, он слева, и Николай Тхай, известные спортсмены в Москве и области. Вот и турнирная таблица. Первое место занял Варданян Сергей. Он на снимке справа. Второе место Денис Лебедев, он слева. Третье место Николай Тхай. Женщины. Первое место Филатова Евдокия. Второе место Требушкова Маргарита. Третье место Меньшова Екатерина. Также хотелось бы отметить великолепную организацию турниров, за что отдельное спасибо их организаторам. 18 из 12 по 5 России. А сейчас ты какой? 4.